Так, сейчас будем тестировать вместе вот такую масочку, восстанавливающую тканевую, из серии Novage, которая очень популярна, ее разбирают быстро. Я вот две заказала, одна у меня еще из резерва должна выйти. Очень много отзывов по нее таких восторженных, поэтому вот интересно самой попробовать. Что же она делает? Она устраняет признаки усталости, обезвоживания. Она мгновенно наполняет кожу энергией, придает здоровое сияние, тонизирует, сокращает видимость морщин, восстанавливает упругость, повышает как бы плотность кожи, улучшает цвет лица и подходит для любого типа кожи. А самое главное, что она содержит гиалуроновую кислоту, то есть это мощный увлажняющий компонент, способный притягивать и удерживать влагу в верхних слоях эпидермиса. То есть и благодаря этому она помогает разглаживать кожу, способствует образованию защитного барьера, который удерживает влагу, и тем самым кожа как бы выглядит более молодой, сохраняет молодость. Также содержит масочка витамин Е, витамин С и витамин В3, который стимулирует синтез керамидов. Вот, поэтому интересно, конечно, попробовать. Как я уже говорила, утром и вечером можно наносить тканевые маски. Утром она глубоко увлажняет, выравнивает тон, подготавливает к дальнейшему уже уходу, макияжу. А вечером снимает усталость, освежает лицо, и вечером эффект гораздо более заметен. Но сейчас попробуем, на себе испытаем, что же получится в результате, посмотрим. Вот так она распределилась, очень хорошо зафиксировалась сразу. Прям легла очень хорошо. Единственное, я первый раз это делаю, поэтому есть какие-то неровности. На второй раз я думаю, что все будет нормально. Сейчас я как раз снимала видео, как я ее одеваю, как я ее распаковываю, и в итоге поняла, что камера, оказывается, была отключена. Так что уже видите, что в итоге. Что я уже в маске. Вот сейчас засекем 15 минут и будем ждать результата. Посмотрим. Вот видите, у меня специальная повязочка, это для того, чтобы наносить маски какие-то, скрабики, либо тональную основу, когда наносишь, чтобы не пачкать волосы. Очень удобно для таких процедур косметических. Итак, время пошло, ждем. Снимать масочку, я даже на 5 минут немножко задержалась. Так, давайте попробуем снять. На самом деле, когда она на лице, я читала отзывы о том, что пощипывание идет прям. Многие чувствовали пощипывание. Это за счет того, что, как сказать, поры открываются, да, и вот они сыворотку вот эту всю забирают. И пощипывание, оно наступает на 5-й минуте. Вот сейчас нужно, кстати, так вот сделать, чтобы прям полностью впиталась вся сыворотка. На 5-й минуте наступает пощипывание, а на 10-й оно уже прям покалывание даже, не пощипывание. Именно покалывание. Классно, кайфово, тепло. Вот сейчас посмотрим, какой эффект будет именно в плане кожи. Выглядит ли она более обновленной. Сейчас посмотрим примерно. Выглядит ли она более какой-то обновленной, посвежевшей, отдохнувшей. Блин, вообще процессы вот реально очень классные происходят. Не знаю, как вам это описать. Оно и покалывание, оно и тепло, оно и холодок ментоловый. Очень крутые процессы и прям очень приятно, очень. Упругость какая-то, плотность чувствуется. Итак, ощущения, которые испытываешь во время процедуры, когда эту масочку наносишь и держишь, они просто незабываемые, они очень крутые, очень классно. И мне нравится именно даже не то же ощущение, которое сейчас присутствует, а именно вот то, что я получила, какое впечатление я получила, когда я ее наносила. Такого я не испытывала ни от одной маски. Во-вторых, я чувствую тонус, я чувствую заряд энергии, я чувствую сияние, вот даже лоск какой-то такой, не знаю, видно вам или нет. Ну, вот такой лоск появился, какой-то более отдохнувший вид, да, более посвежевший. И самое интересное, что вот, допустим, я не чувствую, что здесь есть морщинки. То есть кожа такая подтянутая, вот как лифтинг, она прям подтянутая, но при этом она увлажненная. То есть, вот знаете, есть, когда глиняную маску, допустим, нанесешь, ощущение такой стянутости кожи, и хочется прям ее увлажнить, хочется какой-то крем нанести, либо смыть ее еще более, ну, как бы, тщательно. Вот. А здесь наоборот, ощущение, что и увлажненная кожа, и в то же время она прям подтянутая, и даже нет вот этой какой-то дряблости. То есть ты вот так ее трогаешь, она настолько вот подтянутая,
что нет ощущения дряблости, нет ощущения обвисшести какой-то. То есть вообще очень-очень крутая маска, очень классная, это просто бомба. И тем более сейчас она стоит 150 рублей, вот сегодня, завтра, последний день, когда вы можете по 150 рублей купить. Ссылочку я оставлю под видео, вы по ней проходите, оформляете себе личный кабинет на сайте Oriflame, вам присвоивается номер, пароль, там буквально нужна дата рождения, фамилия, имя, отчество и телефон, то есть вообще ничего, ни паспортных данных, ничего не надо. Вот, вы заходите, оформляете себе личный кабинет, у вас сразу идет скидка 20% на всю продукцию, и вы эту масочку сможете приобрести всего лишь за 150 рублей, потому что попробовать ее стоит, действительно стоит, это не 300, это не 500 рублей, попробовать стоит, потому что вот эти ощущения, даже не столько эффект, который она дала, я его вижу, это более увлажненная кожа, более посвежевшая, я не знаю, как вам это показать, описать, но это видно. Вот, и даже не то вот это ощущение, а именно вот какое ощущение, когда ты ее держишь, какие процессы там у тебя происходят. Вообще очень классно, такое ощущение теплоты какой-то. Очень классная маска, девочки, берите, не пожалеете, поверьте. Я всегда как бы рекомендую то, что я попробовала и то, что мне понравилось. Я никогда, допустим, даже в киоске я не могу продавать товар, который мне не нравится. Если мне не нравится тушь, допустим, не буду называть какая, да, то я не могу ее продать. Она у меня будет лежать в киоске там год-два, но я ее не смогу продать. А тот продукт, который мне действительно нравится, я всегда его смогу продать. И вот эта маска мне реально нравится, я смогу о ней рассказывать знакомым, да, с удовольствием, с восторгом ее рекомендовать клиентам, и мне будет не стыдно за это, потому что я уже это попробовала, я знаю, какой эффект она дает, и поэтому я с удовольствием буду ее рекламировать и рассказывать всем о ней. Поэтому приглашаю всех в свою команду, регистрируйтесь на сайте, под ссылочкой, точнее, под видео, получайте скидочку 20%, пользуйтесь качественной, классной продукцией. Welcome! И не забывайте ставить колокольчик, подписывайтесь на мои дальнейшие видео, ставьте лайки. Колокольчик вам нужен для того, чтобы не пропустить ни одно видео, потому что следующие видео будут также обзоры продукции, обзоры заказов и, может быть, такие же интересные какие-нибудь мастер-классы или вот такие тестирования продуктов. Так что не пропустите. Пока-пока.